Сегодня я хочу что-то придумать и как-то сделать более пригодное для жилья вот этих двух астронотусов больших. Вот этот достаточно маленький аквариум. Сейчас мы его отмоем, уберем этих двух крупных сомиков, потому что и так две большие рыбы, от них очень много взвеси, приходится постоянно чистить. Но сейчас муть вообще поднялась, потому что мы переносили этот аквариум, переставляли, все поднялось это. Фильтрации, соответственно, никакой нет. Они вот бедные, все, что можно, подняли с глубины. Сейчас мы уберем вот этих двух рыб. Помоем аквариум. И продолжим. Вот это все, что есть из наполнения в данный аквариум. Попробуем что-то с этим придумать, построить какой-то дизайн, не знаю. Но для начала все это хорошенько отмоем. И хочется с вами поделиться, какой дизайн я придумал. Но я никакой дизайн не придумал. Я думаю, что сейчас, помимо выкладывания гальки, что-то придет в голову, что-то нарисуется и уже сложится. И тогда посмотрим, как все это получится. Ну, сейчас я только все выложил, очень все мутно, соответственно, очень все плохо видно. Но вот такая мне пришла идея. Почему такая? Захотелось выделить какое-то белое пятнышко, чтобы не совсем все сливалось просто-напросто. Выделить такую зону, где производится кормежка, чтобы корм никуда не улетал вот в эти большие промежутки между большими камнями. Чтобы вот здесь было видно его, чтобы они могли рассмотреть и скушать. А камни такие большие в основной своей массе, ну потому что это единственное, что было. А во-вторых, все-таки астронотусы, они копают, роют, перерыхляют. И я думаю, что дизайн они еще поменяют, так как им удобно, так как им хочется. Все-таки это такая своеобразная, амбициозная рыбка, которая все сделает по-своему. Сейчас заполню весь аквариум водой, запущу фильтра, компрессор. И потом сниму, как это все будет выглядеть, уже когда чуть-чуть очистится. Ну, вот так вот получилось. Честно, не нравится. Но пока других вариантов нет. Он уже
сбили сразу же, поставил префильтр, сейчас уберу его оттуда. Астронавты своего, какие они. Сразу убрали, типа это лишний элемент. Сейчас вот взвесь осядет, посмотрим, как будет уже выглядеть без взвеси. Всем всего хорошего. До свидания.